И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Фуфло, Сергей Тайм, Сахар, Кирилл Геймер, Итучка, Дарт Вейдер, Плей Маркет. Пацаны, поздравайтесь. Салам алейкум, братья. Всем привет. Всем хай. Всем привет, дорогие друзья. Сегодня будет класснючий ролик, который вы не видели ни разу на моем канале. Это геймод «Пираты. Битва кораблей». Если вы не кушаете, приятного аппетита, а у нас битва сабли и мачете. Погнали. Есть две карты. Сейчас мы немножко поиграем на этой карте, а потом я переключу другую карту. Там уже ночная, там прям вообще будет прикольно. Пацаны, давайте пробовать с пушек стрелять, как оно вообще там работает. Получается, мне сейчас придется поворачивать левым или правым бортом, чтобы боком мы были к тому кораблю. Мне интересно, как это всего будет происходить. Где жизни кораблей? Где наши корабли? Где наша жизнь? Все, пацаны, давайте за левый борт. О, попали! Не попали. Все, пацаны, выше, выше берите. Хорош, хорош. Попал, по-моему. Я вижу, я вижу. О, корабль разрушается. Пацаны, выше берите, не стесняйтесь. Я тоже иду стрелять, пацаны, пушек много. Я должен тоже. А, нет, нет, пушки. А может внизу есть пушки? Ай, да я вижу, по нам попадают. Пацаны, корабль то. Это жесть, что творится. Блин, я не могу за штурвал сесть. Пацаны, мы что, проигрываем? Да. Вы что, попадать не можете? Так надо выше брать. Навесиком, я же говорю, навесиком берите. Пацан. Смотрите, как штырь. Я не могу брать, у меня не, ну, у меня не поворачивается это, гармата. Попал. Я сейчас все сделаю, не переживай. Бах. Во, 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 во. Попал, по-моему. Вроде бы нет. Я по ним шмаляю. Промахнулся. Я вообще бахаю, интересно, или нет? Пацаны, короче, подплываем поближе. О, отлетела какая-то кабака, паруса нет, пацаны, наш корабль разрушается. Нет. Мы плаваем еще. Мы еще плаваем. Я уже не могу. Ого, смотрите, прям правый борт разломало. Блин, классная игра и классный мод. Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Если вы хотите, чтобы мы еще этот мод позаписывали, напишите, мы хотим. Я иду на таран, пацаны. Давай. Наш корабль ломается. Я, короче, буду его сейчас таранить. А у меня тоже руки в боке. Кстати, вот есть большой недостаток, что руки в боке у наших плеймарделек. Ну, дело в том, что у нас просто 200 модов еще искать. Я умер! Я могу с пистолета бахать. У меня у нас вода внизу, вы видели? Меня убили. У нас вода. Быстрее, быстрее, быстрее. А, стреляйте, готовьтесь пушки. Короче, сейчас подплываем, мы все заходим на их корабль, начинаем мочить. Заряжайте пушки, быстрее. Блин, очень напряженный момент, мы сейчас можем слиться. Я думал, что мы будем хорошо играть, Итучка. Да я тут при чем? Мы тонем? Меня убили опять. А там пушку нельзя развернуть. Наш не разворачивается. Быстрее, быстрее, быстрее. Буу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 u Я иду к ним на корабль. Есть! Где моя сабля? Ты куда собрался? Не знаю, блин, это же что творится, ничего не понятно, но очень интересно. Но у нас корабль еще пока не тонет. Черт. Я знаю, что, пацаны, чтобы выиграть. Я все понял. И так мы не выиграем. Нам надо, короче, только их не корабль топить. А как? Тут же ж нельзя гармату развернуть. А я сейчас все сделаю, не ссы. Давай, только быстрее, пожалуйста. Вот это я их-то... А! Наш корабль на дне, пацаны! Ну чё ж так? Ну блин, да видишь, ты виноват. Все, 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 мы проиграли! Мы проиграли! А, Blue Pirate Wins. Я все, я пушку занял, пацаны. Кстати, карта поменялась или мы в другом месте появились? Мы, по-моему, в том же, мы в том же. В том же месте. Так, получается, ты какой будешь, правым или левым бортом? Я вот этим буду. Давай, правым. Ребята, на другую сторону. Пацаны, есть же вообще классная игра чисто про пиратов, можем ее поиграть? Можно. У нас же много. Можем весь дискорд собрать. Чайки летают, офигеть, как красиво. Все, ребята, я готов. Пушка заряжена. Плывем? Я, короче, буду тебе говорить, когда остановиться, ты понял? Открыть огонь. А открыть огонь по скалам? Да. А чё они стоят там? Мы едем. Мы поплыли.
Так, вы едете или плывете? Так, еще раз ворачивай, доворачивай. Все, стоп. Че оно криво стреляет? Поворачивай вправо. Еще выворачивай. Блин, оно не стреляет туда, куда я хочу. Дима, это не я умею уже. А блин, вы все пушки заняли. Ладно, я буду с мушкета встретить, а вдруг попаду на дурачка. О, я могу приближать? Я могу приближать, ребята, ну что? Вы, пацаны, попадаете, вы молодцы. Я сбил паруса им. Да блин, а ты сейчас в моей команде или не в моей? Я в вашей. Я в синей играю. А я уже не в красной, да. Давайте на сближение идите, пацаны, мы вас ждем. Кто за штурвал? Я за пушкой уже. Не попал? Ой, я вижу 100. Я вот могу, кстати, по никнеймам. Пацаны, давайте, они на нас идут, они в это время не могут стрелять. Я, короче, по кораблю тоже с пулемета стрелял, я думал, что оно как-то... Давайте. Ой, убили. Я. Ну и все, мы тонем. Ну все. Есть! В попе. Пацаны, мы вас выиграли? Нет. Давай. Есть, попал. Пацаны, пора вам сбивать что-то здесь. Это, блин, больно было в живот прям. Так, это мои синие. Да вы задроли, тронет, ваш корабль. Наш корабль тонет, нет! Блин, ну пацаны, ну мы должны выиграть. Ну блин, лестница фуфлыжная, давай. Садите за пушки, стреляйте по кораблю, пацаны, пожалуйста. Топите их. Ох так, да. Ай, блин, ты заралезела. Пацаны, отплывай, стрелять из пушек по ним. Добивайте корабль. Давайте, стреляйте. Да, все. Ну нет, я опять проиграл. Да я должен был выиграть, да что за бред. Блин, ну прикольно, Гимот, на самом деле очень интересно. И здесь напрямую зависит от скилла вашей команды. Напрямую. Интересно, с кем я буду? Оно от фонаря, да, тасует? То есть я в красный опять. Я красный. А я? А ты? А я синий, ну не твари. Я тоже синий. Кто за штурвал? Ладно. Пацаны, садитесь за пушкой. Я опять синий. Все, садитесь за пушки, быстрее, пацаны, давайте. Мы должны первые делать выстрелы. Мы должны первые это сделать. Какую сторону народ крутить? Какую сторону? Так, я там в полностью. Открыть огонь по вражескому кораблю. Не, пока не достану. По скале. Да зачем ты здесь оставил? Рядом, это было очень близко, пацаны. Ой. Выше брать. Я так понимаю, если сбиваешь, короче, здесь парусники, ты не можешь управлять кораблем влево-вправо. Капитан, они за скалу уходят. Да мы видим. Так это я управляю кораблем, я все правильно делаю. О, подыщено. Подбили нас. Я выпал, поступите. Нам паруса сбили. Мы сбили паруса, молодцы, пацаны, кто это сделал? Вы молодцы. Респект вам, вы хорошо играете. Куда же плывете, блин? Ладно, не говорите, куда плыть. Пацаны, ждите их. Я разворачиваю корабль так, чтобы мы могли их сбить. Давай. Нас шатает. Готовьтесь. Сейчас они выплывут. Дима, ты входишь? Давай. А ничего, что нас так как-то шатает? Давайте. Вот они выплывают, видите? Давай. Корма ихняя появляется. Давайте, пацаны. Не спешите. Я застрял. Давайте немножко выверну. Я не достаю. Вы попадаете, пацаны. Попадаю. Вы попадаете, я вижу. Есть, молодцы, пацаны, вы лучшие. Куда назад? Нет. Они, короче, делают ноги. А кто там поплыл? Наши красные. Пацаны, давайте на правый борт все. Кто это там плывет? А кто-то там плывет, реально. Плеймарк. Кто сдох? На правый борт, пацаны, разворачиваю корабль. Подстрелил птичку плывущую. Начать обстрел. Есть. Сбили. Вы молодцы, теперь они не могут поворачивать влево-вправо. Мы-то можем поворачивать еще. Можем. Ой. Молодцы, моя. Вы что, издеваетесь, что ли? Я сейчас опять проиграю. Да. Я выворачиваю, пацаны, выворачиваю. Меня убили прям сразу как-то. Это трэш. Они идут ко дну. Ну все, мы проиграли опять, пацаны. Мне не судьба сегодня выиграть. Мне, наверное, компьютер специально дает такие, короче, эти
команды, которые не дают мне выиграть никак. Дима, это потому что я в другой команде против тебя. Есть. Поэтому ты проигрываешь. Есть, бьем корму. Он из этой пушки шмаляет. Я красиво попадаю, пацан. Блин, ну я до этого момента хорошо попадал. Дайте кто-то штурвал. Я плыву к ним. Ой, в голову стой, попали. Ну я тоже попал, пацаны, по ихнему кораблю. Неплохо так. Вы думаете, что просто так все? Не-е-е. Давайте, все за пушки, я зашуровал. Надо бить дальше. Давайте, добивайте их, добивайте. Вы тонете. Стой, тоже, вы... Мы выиграли! Нет, мы Ну что ж такое? Ладно. Сейчас будет тот раунд, когда я точно должен выиграть. Но ты не умеешь играть. Я не умею играть, я наоборот попадал все разы, ты выкосожопите. Надо быть со мной в команде, тогда будешь выигрывать. Вот именно, и ты... Так, где? Я опять в синей. Да что ж я такое? Я снова тоже в синей, я на штурвал. Теперь я тоже синий. Я ну все, мы сейчас должны выиграть. Все, давай, за штурвал. А ты можешь вообще просто поверни, просто разверни корабль в правую сторону, мы будем отсюда стрелять. Ура, точка, мы выиграем. Мне бы еще за штурвал стать как-то. Что-то ладно, давай я развернусь. Да, там немножко тупо сделано. Мы будем сейчас... Ребята, сейчас у нас дальний бой. Погнали. Давайте, ребятки, мы сможем. Дима у нас капитан сегодня. Плывем. Алло. Красные. Мы плывем? Все, молодцы. Да, плывем. Все, мы можем сейчас попадать по ним? Отсюда, вот так вот. Там еще не можете ничего. Не, можем. Мне надо еще чуть развернуть, да, пацаны, мне кажется? А ну-ка я кое-что попробую сейчас просто. О, вот так вот. Да, я в скалу все-таки стреляю. Я вижу их. Вон паруса выглядывают, корабль. Право. Доворачиваю. Все, поехали. Пацаны, все в наших руках. О, попал вроде. Да, я вижу, красиво. Сюда иди, на правый фланг. Это я попадаю. Вот, пушка. Хорош. Ну, попали. И по им тоже попали. Молодцы, пацаны, молодцы. Я уже переживаю, хочу выиграть. Блин, непривычно, что изменили физику воды, графон на ней. Я попадаю. А с дальнего боя, пацаны, тяжело, да, стрелять? Да. Да не, легко. Нормально, пацаны, попадаете? Хорошо угол сделал я? Я, да. Пацаны, выше, кто там стреляет? Кирилл Геймер, выше бери. Блин, не до... А может, не достреливает наши снаряды? Не, достреливает просто. Надо прям очень, да, высоко брать? А зачем так развернули наш корабль? Очень высоко. Вот реально я попал. Но у нее все равно лимит есть. Пушка не до конца поднимается. Вот, пока они так стоят, мы можем их атаковать. Они не могут тебя звать. Кто так разворачивается? Ну... Все, стреляйте, пацаны, мы должны со всех орудий гасить. Зачем вы так развернули корабль? Ой, пацаны, вы выиграли! Я буду просто с этого стрелять. От фонаря буду. Пожалуйста, надо было влево. Зачем вот так надо было разворачиваться? Блин, я выиграю! Я чувствую, как я выиграю. Ты так рад. Хорош, пацаны, попадайте, я вижу. Боже. И тучка, я по тебе попал? Да ты меня убил. А я убил тебя еще даже? Вот это класс. У них пробоина спереди. Я вижу, пацаны, они там в воду все падают. Это, короче, мы в сухую сейчас выиграем, без потерь? Вот еще кто нам... попал. Вот кто нам зарунил управление? Вот кто? Фуфрик, зачем ты зарунил управление? Надо было левой. Как они переживают. Я просто не могу. Мы так заиграли, что я забыл даже карту поменять на другую. Значит, это будет нам на следующий раз. И тучка, я убил тебя? Да я еще живой, мне никак не убил. Все, победа. Мы выиграли, пацаны, у нас корабль просто целехенький. Вы понимаете, насколько мы круто сыграли? Мы лучшие. Я очень рад. Мы даже ни разу никто не умер. И тучка, я с тобой в команде. О, молодец. Я вижу твое туловище. Все, короче, мы сейчас делаем такую же фишку. Мы сейчас стреляем с большого расстояния. Это самая выигрышная позиция, стрелять сдалека. Что у нас за идиот на капитане? Все, пацаны, готовьтесь. Хорош, вот кто сейчас... класс, но... пацаны. Молодец, кстати, это Сергей Тайм сбил. Я видел, как его прям снаряд сбил. Блин, колбасит, они когда по нам попадают, нас колбасит сильно. Попадаем. О, пробили правый борт. Ого, надо прям высоко брать, да? Не надо, все нормально.
О! Куда ты рулишь, капитан? Еще выше. Я снайпер. Снайпер. Еще выше? Это что, надо прям в небо стрелять, что ли? Да. Я вообще как будто не попадаю, если снаряды вижу. Я вижу снаряд, вот он летит. Ага, я полетел. Еще так. Выше. Вот летит. Ну. Да ё-моё, как стрелять-то? Ой, паруса еще одни у них сбили. Хорош, молодцы. А что, в небо стрелять надо? Ну-ка. Все, мы им лодку сделали обычную. Такая большую. Ну, давайте прям в небо стрелим. Ну, что ты вообще не паруса сбили? О, да, у вас тоже паруса. Все, теперь у вас тоже лодка. Классно. На, вот. Ну, у вас просто пацаны вообще разничтожили. Так, ладно, одна пушка свободна. Давайте, пацаны, я доруливаю. Давайте их добивать уже. Я будто вообще промазываю, что ли. Я стреляю. Я перестреливаю. Хорош. Сергей Тайм, ты вообще, вообще профессионал? Ты так хорошо стреляешь? Я прям вижу, как попадают твои снаряды. Но сейчас не попало, кстати. Я как-то пытаюсь выше брать. Оно как-то сюда по-разному летит, вы заметили? О, попал. А вы тонете, вы тонете. Да меня убили, блин. Себя. Так, Плеймарка. Это я попал с мушкета. Дарт Вейдер. Мы, кстати, Рил Геймер. Уфло. Давайте, давайте, дальний бой. А мы тонем, да? Да. Я не тону. Я не тону тоже. Блин, промахнулся. А! У них нос отловился. Нос сбили. Пацаны, ну сейчас, по сути... Больно было. Сейчас, по сути, было больно. Пацаны, что-то мы... Непонятно, кто из нас выиграет. А, там кто-то по мне стреляет. Да-да, не хватает Q нажать и просто взять базуку. Да. И фигануть по вам. Ядерку. Кстати, можем просто сандбокс запустить, там можно что угодно делать. Да, там даже есть кое-что интересное. Пацаны, мы проиграли, походу. Да мы проиграли, да. Ай, попали. У нас команда еще держится на плаву. Ну как с пушки, я еще не могу с пушки стрелять нормально. Ой, блин, да как вы меня убиваете, тварины? Огонь ну, так... из оставшихся орудий. Ну все, мы утонули. Да кто меня убил? Я. А почему я в воде заспавнился? А вот да, все, мы выиграли. Мы победили. Мы выиграли? Да. Пацаны, вы лучшая команда! Ой, извини. Блин, вот это как-то на соплях мы выиграли, согласны? Вот их не корабль, смотрите, как красиво утонул. Тут еще одни, вон, телепиздрики остались. Надо добить тебя. Ай, класс. Если вам понравилась эта серия и этот режим, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Всем пока. Так как мы не можем бомбы заспавнить.